упражнение «Жим с гантелями» на горизонтальной скамье. Исходное положение. Руки выпрямлены перед собой. Удерживаем гантели на уровне средней части грудных мышц. Мы выполняем сгибание в локтевом суставе таким образом, чтобы при отпускании у нас соблюдался прямой угол между предплечьем и плечом. То есть мы не разводим предплечье широко, не сводим предплечье узко. Упражнение очень похоже на жим штанги лежа, но каждая рука здесь работает независимо от другой. Также за счет гантель мы можем задать большую амплитуду в мышцах груди. Опускаем гантельки под прямым углом в локтевом суставе. Отпускаем вдох, выпрямляем руки, выдох. Стараемся в верхней точке не сводить гантели для того, чтобы не было нулевой нагрузки на мышцы груди. Мышцы груди всегда должны находиться под нагрузкой. Достаточно.